Сегодня на Кубани стартовала ежегодная акция «Полицейский Дед Мороз». Сотрудники полиции встретятся со школьниками, представителями молодежных клубов и детских центров и напомнят мальчишкам и девчонкам о правилах личной и общественной безопасности, ответственности за противоправные действия, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры. Акция будет проходить во всех городах Кубани до 15 января. Поддержать ее смогут все желающие. Подробную информацию можно узнать по телефону 8 918 495 13 30.